Привет, это Реборн. У Мармока вышел новый видосик, называется Death Stranding. Баги, приколы и фейлы. Интересно посмотреть на них, потому что я в эту игру не играл. И играть вообще в нее не буду, не нравятся мне подобные игры. Так что давайте посмотрим, думаю, будет весело, как обычно. Погнали. Так. Чуешь, чем пахнет? Такие эмоции я испытал, когда впервые зашел в Death Stranding. Я заходил в эту игру как мужчина с широко расставленными ногами и с распахнутой рубашкой. Кодзима уебал меня с ноги прямо по яйцам. Я упал в грязь, сжался в комок, и из моих глаз потекли слезы. Почему? Именно так меня поприветствовал гений. И я его до сих пор считаю таковым, но почему он меня ударил по яйцам, я так и не понял. Я объясню, что так. Я имею в виду. Давай, вот а то я вот не понимаю сам. Вот так моя первая доставка груза. Я добежал. Shift-бег. Любопытно, а почему я про быстрый бег узнаю уже на финише, а? О, посылка. А, блин! Валентина, ёбана! Ненавижу а если бы сломал? Заказчиков. Ненавижу эту работу. Я надеюсь, у вас там хрусталь, блядь. Да куда ты поехал? Спину выпрями, говно! Салатницу мне в задницу. Я понимаю, что тебе тяжело, но... А зачем вообще взялся за такую работу, если ему тяжело? Ты охуел, что ли? А, посторонитесь, у меня неконтролируемая доставка. Кто здесь заказывал стеклянные анальные пробки? Господи, как... Чё за хрень? Слава тебе, Господи. Я про игру имею в виду. Вот, пожалуйста. Берите, так. Не благодарите. С вас $5 и хуба-буба. Чё так мало? Ты охренела, что ли? Тебя нахуй доставить, что ли? Что за предъявы? Я пока отсюда добрался, поцеловал так. Все горы и отматерил всех богов. К счастью, груз в идеальном состоянии. О, славно. Да иди ты. Решил попеть? Я даже ему за эту подпевание, за это подпевание лайкусик поставлю. Так, следующая лестница. Киромост. Бух, нифига себе она упала. Какая, сука, широкая река. Так, еще один кусок осталось пересечь. А что вызов? А ты что? Ты что не забрал лестницу? Я принимаю этот вызов. Только сначала надо хорошенько отдышаться. Поплавок мне в панталоны. А где еще лестница-то? А может ту надо взять и нет? Еще одна лестница нужна. Всего одна. Какого хрена река? Ты че такая широкая? Тебя обоссать, что ли? На тебе, виски из пиписки угощайся. Якорным крюком я сейчас эту реку перейду тогда. Че мне сейчас возвращаться, что ли? Это плохая примета. Держимся крепко, уверенно. Мы мускулистый доставщик. Утонул? Блядь! Мать твою! Нет! Нет! Кодзима, блядь! Эй, нормально. Ты не плачь. Тебя кто-то обидел? Так вроде не плачет. Отнеси меня к нему. Умоляю. Ни хрена себе, ты офигела, что ли? Ну, я самый жесткий доставщик, так что говно вопрос. А на самом деле у меня... Серьезно, там даже доставляют людей вот так вот в качестве личинок? Чё? Кодзима, ты походу упоролся. Свой бизнес. А людей я так, доставляю в свободное от работы время. Капец. Ноги не отпускаем, держим на весу. Я иногда включаю нитро. Груз правен, спасибо. Так. Так. Давайте возьмем новый заказ. Какой-то срочный заказ. Лучше чуть поменьше. Один срочный заказ, наверное. Чего там, 1160 килограмм? Охренеть. Этот заказ требует доставки тяжелого груза, выполнить его пешком будет непросто. Да, у меня есть два транспортера, все нормально. Нагрузились. Так. Там еще на полу какой-то груз останется. Мать моя, Иисус Христос, Господи, какой лимит времени, как я это за час тогда доставлю? Куда столько много? Это все картриджи. Какие в жопу картриджи? Сколько их здесь?
Да здесь до хрена! Здесь до хрена Леон картриджей! Что мне делать, блядь? Так, у меня есть два... У меня есть два транспортера. Так. Сейчас что-нибудь придумаем. Так, один готов. На один транспортер вмещается 8 контейнеров. Тут у нас... Миллион. Мне пиздец! Мне пиздец! Стой, всё! Держи равновесие! Нахуя я родился, бля! Че за меня? Братишка, я тебе покушать принёс. Че это такое, блин? Братишка, проголодался, наверное. О, господи, что за личинка человека? Я тебе принёс покушать. Чего ты мне покушать, блядь? Что ты удачи, блядь? Да ладно тебе, что ты сердишься? Ну и мерзость. Так. А здравствуй, что мы Гильермо. Делаем? Что? Что делает этот бодипозитивный человек? Кто попёрся? Очень посмотрел? Странный взгляд. Вообще. Мне не нравится эта тишина. Он что, мыться пошел в одежде? Он зашел в душ в одежде. И просто стоит там. Вот хоть ключи. Только вопросов и ни единого ответа. Да. Принять душ. Принять душ? Итак, ребята, я пошел трахаться. Я так понимаю... С Гильермо? Дело движется только к этому событию. Так что хорош мять булки. Не мужское это дело. Пошли трахаться. А чего там стоял-то? Уже мокрый весь? А чего он вышел? Че он мокрый? Он меня пугает. Я не понимаю, к чему все это... Только не в жопу! Только не в жопу. Пожалуйста. Пожалуйста. Он его... А меня там как, она выходит? Что происходит? Здесь нас никто не подслушает. То есть ты не будешь меня насиловать? Бляха, а что мне со стояком делать? Сколько нам еще пердолить? О господи. Чего, блин? Врезался, а обратно либо не заст... Либо в тарелке что-то не так, либо мне пора отдыхать. Любопытный факт. Я раньше не замечал, что с грузом на спине на мотоцикле я выгляжу как хуй. Какого забавно. Хераля тут творится? Где здание? Алло, вы еще не открылись? Бля, спокойно, ша. Это все мой хлеб, его надо оберечь. Так. Я сейчас взбираюсь на это невидимое здание и понимаю, что у него очень много общего с моим членом. Он у меня как бы тоже есть, но его не видно. Если я думаю поаккуратнее, то не знаешь, в какой момент из-под ноги... Бля! Очень странная херобобина. Но, знаете, у меня заказы, клиенты, работа... А как? Что за фигня, блин? Что за баг странный? И сифилис, так что я поехал. Я плачу налоги, где мои дороги? Я и нахуй согласен пойти, если дорога будет идеальная. Но... Так, здесь перебраться можно? Воу-воу-воу! Чё за приколы, байк? Тебе ебалу пробить, что ли? А, что за хуйня? Меня уносит поток бессмысленности. Блин. Что за хуйня? Сначала здание, теперь река пропала. Ёшкин рот. Посмотрите на это дерьмо. Я похож на очень потного мужчину. Блять, я подскользнулся на своем поту. А-а-а, в сторону, селедка! У меня тут потное ЧП. Нет, надо сбросить якорь. Доставай яйца, Сэм. О, река появилась. Здесь реку видно. Я знаю, что ее пофиксит. Господи. Надо ее обоссать. Сейчас мы наполним эти реки живой водичкой. Давай. Байк просрали, половину груза просрали. Здесь нету транспорта нигде вокруг. Яйца намочили. Уйди, мой хороший! Как ты здесь, кстати? Ты себе не представляешь. Если бы я верил в бога, то я бы точно решил, что ты был богом после. Бля. Что случилось? Колеса исчезли. Ладно, я верю в бога! Ну ты бог, блядь, зажал колеса, да? Недостаточно сильна моя вера, да? Что это за аборт трансформера? Как мне на этом ехать? Я как будто Гарри Поттера в плаще невидимки сбил и плащ на колеса намотал. Блять. Еще лучше стало. Теперь он похож на воздушный мотоцикл из Звездных войн. Чувствую.
Блин, походу я встал. Господи, блин. Давай, Сэм. Давай, тушься. Извините. Давай чуть-чуть. Нам надо достать. Что такое? Как я умудрился залипание клавиш вызвать? Мастерство. О, господи. Попиди мне еще тут. Поднажми. Я не могу, он прям вовремя сказал. Бомжара, тут 50 метров уже осталось. У меня аж слезы уже. Ебать, он пробал вообще. Я понятия не имею, что... Пипец. Что здесь происходит, но это один из самых плодородных дней так. В плане контента. Пожалуйста, продолжай-ка, Дима. Цыгане выкрали коня. О, господи. Что это за хуйня? Вчера вил бинтута, сегодня его нема. Когда я в детстве катался на воображаемом мопеде, я не думал, что мне этот опыт пригодится в будущем. Здоровье, блядь! Могу уже. Блин, Мармок, успокойся, дай мне передышать, пожалуйста. Я не могу, у меня слезы уже из глаз текут. Это офигенно. Ушила слепая, ты что не видишь, что я на байке еду, глаза разуть. Вот эта скорость. Мне кажется, если я захочу построить карьеру мимо, то меня будет сложно переплюнуть. О, появился. Покатались нормально. Че, хочешь за бензин, что ли? Твою мать. Только я лицо уже 5 минут так не чувствую. Я не могу, что за фигня? Я пошли твою макать. Нафига они ее вообще перенесли на комп, если не допилили нормально? Хотя, наверное, чтобы Мармок записывал свои ролики. Хорош трындеть, мне сейчас не до этого. Пиздишь, как дышишь. Погоди, я сейчас коррозию уберу с этих контейнеров. И тебя за диклопоти немножко тут задолбало мне пердеть в спину, если честно. А, запахло горной свежестью, теперь-то... Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. А если упасть на неё, чё будет? Опасный такой склончик, так что... Слушай! Ну-ка. А чё бы мне не использовать транспортер для спуска? Я советую тебе заткнуть фонтан и молиться, потому что мы поехали! Нифига себе! Блядь! Пизда, рулю, бачок потек. Малой еще заревел. Можно сказать, личная хиральная история. Бля, прям охерительная история. Нормально. Мац, здравствуйте. Кажется, они к нам едут. А кто это? Че у него с лицом? Ты конченая, блядь, да что с вами не так, люди? Хе-хе-хе, так, давайте посмотрим, кому еще какого дерьма доставить надо. Так. Так, срочно. Доставка свежей пиццы. О-о-о. Питер Инглерт. Я... 5 кг пиццы. Блин, вот это офигенно, я вот такую бы доставку я взял. Время перевозки пиццы должны лежать ровно, иначе ты доставишь полную мешанину. Кто, блядь, этот мудак? Ладно, возьмем, что носом воротить-то? Какая нахуй пицца, блядь? В каком-то дерьме у черта на куличках живет этот мудень. Еще и этот дождь, дерьмо, грязь, блядь. Апокалипсис, сука, на улице этим гурманам уебанам пиццы вози. Мир в край ёбнулся. Пойди вообще. Отнеси, пойди принеси. А где пицца-то? Пиццу не переворачивай. А он ее перевернул, кстати. Он ее перевернул. Опять перевернул. Держи свою пиццу, ёбан. Приятного аппетита. Нормально. Так. Будет красиво выглядеть вообще игра. Фига себе, он перепрыгнул. Не понял, что происходит? Выглядит классно прям. Что это с птичкой? Ну, Пуся, Пуся.
Странно, у тебя улыбка. Спасибо, товарищ, что составил мне компанию. Ой, это тебе огромное спасибо за поднятое настроение, это просто восхитительно, я давно так не ржал. Мне было приятно, и я приглашаю тебя во вторник, 18 числа, ближе к вечеру на свой лайв-ченнел. Мы там с вами будем встречать 19 число, и, соответственно, мой день рождения. Как говорится, с наступающим. Я был маленький, стал большой, 29 годиков, но по-прежнему тупой. Я думал, старше. Вот. Посидим, в муку попердим, побухтим, польем водицы, в общем, будем заниматься всем тем, чем занимаются старички моего возраста. Да. Ссылка на лайв-канал понимаю, в описании. Прекрасно. Переходите, включайте колокольчик, чтобы быть осведомленным о начале трансляции. И так. Если в двух словах. О, там был Death момент еще. Stranding, надо смотреть до конца. Death Stranding. Ну, в принципе, это и было в двух словах. Ну, а если серьезно, то какое мнение я могу тут оставить для вас? Я просто типа нечаянно покажу количество проведенных мною часов в этой Нифига игре, себе. И вы все поймете сами. Псих. Я прошел эту игру два раза, причем второй раз на максимальном уровне сложности, и мне она понравилась. Могу ли я назвать детище Кодзимы шедевром? Нет, конечно, но тем не менее, я провел чудесные две недели в этой игре, и она... 127 часов, офигеть. ...подарила мне широкий спектр эмоций. Тут и ненависть, и радость, скорби, слезы, анальная боль и умиление, в общем, фулл пакет. Гений ли Кодзима? Нет, но я бы ему дал. Всем о, господи. Пока. Так. Вот че она ноет себе постоянно? А, нет, уже другая ноет. Чистая правда. Не считай лжи. Забавно. Чистая правда, не считай лжи. Друзья, это, наверное, лучший видос у Мармока, который я смотрел за последнее время. Я давно так не ржал. Надеюсь, вы тоже посмеялись вдоволь. Если вам понравилась моя реакция, ставьте по ней лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии под роликом. Ну, а с вами, как всегда, был Реборн. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.